Петербургцы, гости нашего города, мне очень приятно, что мы сегодня выступили немножко и чуть-чуть подняли вам настроение. Это очень-очень здорово, потому что, ну, а ради чего, по большому счету, все в этой жизни получается? Ради вот таких великолепных минут и встреч, потому что все остальное, знаете, бывает к празднику готовишься, месяц, два, три, а он как-то пролетает и совершенно незаметно.